Станислав Юрьевич, после последнего удара игрока сборной Казахстана вы улыбались. Когда поняли, что серия пенальти остается не за вами, вы все равно улыбались. Расскажите о своих эмоциях. Да, не знаю. Может, это нервное улыбание было. В душе-то я все равно как бы весь кипел, весь в этот был. Ну, наверное, у меня, может, и привычка такая улыбаться. Довольным быть, ну, по крайней мере, тем, что все-таки мы смогли на последних минутах там забить этот гол. Мальчишки проявили характерно, они пытались это делать. Где-то получилось, что-то в игре не получалось, но характер, он присутствовал. Они как бы это, ну, доказали, наверное, вот этим голом. Они вознаградили себя, ну, пенальти уже, наверное, кто более устойчив психологически, тот и забивает. Нам чуть-чуть, видим, ну, чуть не хватило вот этого психологической устойчивости. Давайте подведем итоги этого турнира. Это первый приезд вашей команды сюда, в Минск. Как вам здесь? Нравится, не нравится? Как вам турнир? Выполнены ли те задачи, которые вы перед командой ставили? Не, ну то, что в Минск мы не первый раз, мы на турнире первый раз, а мы приезжали, матчевые встречи здесь играли. В плане задач, ну, конечно, всегда ставится как бы максимально высокий. Мы понимали, что есть команды, которые там 7-го года, которые сильнее. Конечно, мы хотели побороться там за, ну, так скажем, за более высокие места. Ну, наверное, на данный момент пока, наверное, мы не готовы.